Давайте будем откровенны, немногие ждали, что наша женская сборная по биатлону принесет медали в эстафете. Предпосылок для этого было не так много, но Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина считают иначе и завоевали серебряные олимпийские медали. Да, вновь маячило золото и вновь стрельба нас подвела, но как все-таки прекрасно, что девчонки смогли завоевать серебро. Поздравляем наших биатлонисток, тренерский штаб, сервисменов и всех болельщиков. Всем спасибо за внимание.